Более 20 карагандинцев обратились в полицию с заявлением на владелицу турфирмы, которая, по их словам, взяла деньги за отдых в Турции, но туристов туда так и не отправила. Известно, что компания торговала путевками по сниженным ценам. Сейчас офис агентства «Фараон» опечатан. Начато досудебное расследование по статье мошенничества. Точная сумма ущерба устанавливается. Заявления от пострадавших продолжают поступать в полицию. По информации прокуратуры Карагандинской области, руководство турфирмы сейчас выдает гарантийные письма с обещаниями погасить долги перед клиентами. Все договора есть, ваучеры есть, ну все есть. Мне каждый день говорили, что улетите, улетите, улетите. Но сегодня был последний раз уже. А что говорят? Она убежала. На данный момент владелец туристической фирмы задержан. В отношении него проводятся следственные действия.